Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск «Моменты жизни». Эти моменты жизни выдались насыщенными и смешными, так что я думаю, вам очень сильно зайдет, поэтому садитесь поудобнее и погнали смотреть. «Моменты жизни». В этом году Александр купил пиротехнику, и мы запускаем каких-то жучков. Слушай, он так дрифтует! Вау! Круто! Ну давай, Алекс, теперь ты! Айш! Ой, молодец! Умничка наш! Ну, Саша, ты вообще! Какой у Саши, какой там? Я жёг палец, да, у меня жёг. Да глушает. Реально, он оглушил. Разрывная! На улице 2 января, а мы с Сашей едем в карьере. Ночь 2 января. Ночь 2 января. Ситуация сюр. Саша, мы такие сидим сегодня вечером, такой, надо куда-то съездить. Выбирали, у меня нет, я не хочу делать ПЦР-тест, у меня нет прививки. Говорю, мы поедем только туда, где это вообще. Учитывая, нет. Что мы 2 часа выбирали, на каком же самолете мы полетим в Калининград? Куда не летим, едем в Карелию. Говорили власти Петербурга, что до 2 часов ночи у нас будут работать станции метро. Да, новогодние каникулы. Новогодние каникулы, на минуточку. Мы такие идем без 20 час. Сегодня первая ночь. Мы такие подходим к вот этому валидатору, чтобы заплатить, и нам говорят, а нет, они не работают, все, мы все закрываемся, а время как бы без 20 час. Нас обманули, нас облапошили, нам пришлось ехать на такси, бабулечка, что там возмущается? Нам пришлось ехать на такси, мы собрали все красные светофоры, и сейчас мы поедем в Карелию на поезде. Будем ехать 9 часов. Что на Ладожском вокзале Гарри Поттеру поставили тут специальный памятник. Тут есть платформа 9 3/4, и там поставили памятник 9 3/4. Если хочешь, мы можем поискать. Мы пошли поищем. Пошли. Симпатично, какое панно. Вы посмотрите, какое панно. Герб России. Самое главное, вот. На самом деле, поезд новый и реально очень круто выглядит, прям. Там новые плацкарты ездят, хорошие. А купе так вообще, слушай. Приплыли вот на вот этом. Реально очень крутая штука, мне понравилось, ставлю лайк. Так, все, мы приехали, это парк. Ох, снег, снежок. Играем у Александра в поход. Вот у нас здесь даже карта. Ничего не понимаем, ничего не понятно, какие-то хабы, просторы. Но красиво, снежно. Меня ничем не удивишь, и люди при этом фоткают мрамор. На самом деле, действительно красиво, везде свой собственный какой-то окрас. Вот эти линии то так идут, то идут полосками, то горизонтально и вертикально. Камень неоднородный по своему составу. Хотя местами он довольно интересный по расцветке, но вот из-за этой неоднородности он быстро разрушается. Сходили мы в эти пещеры. Интересный экспириенс. Ни разу такого не видела в своей жизни своими глазами. Я заплатила 1000 рублей за вход. Александр заплатил 2, потому что я типа студент, а Александр у нас взрослый. Я просто не продлил студент. Он просто не продлил. Он каждый раз говорит, надо продлить и не продлевать. Интересно. И видишь свои воочию, как все люди, свой труд, вот это во все, чтобы это все разработать. Что, понравилась пещерка-то? Ты уже спрашивала. Шахтер. Мы до сих пор гуляем, пока свежий воздух, народу прибавилось, много с детьми. Но я не думаю, что детям интересно на это наблюдать, на красоту природы. Алекс, помоги мне, какая красотулькин, какая порода, какой... Порода. Порода. Это я порода. Породистая местность. Сашулька говорит, что где-то в 4 часа тут будет красивая подсветка, поэтому мы вернемся чуть позже. А потом позже. Еще в 5 фаер-шоу. И фаер-шоу в 5, обязательно, обязательно, обязательно будет. Моменты жизни. Вот гуляете вы по Питеру, а тут лошади на красной стоят. У Юли скоро день рождения, она много лет просила на свиниловый проигрыватель. Мы будем его дарить. Сейчас нужно будет это все упаковать. У меня есть остатки бумаги. Маша обычно упаковывает все. Мы ей просто помогаем. В этот раз и Маши нет, и Юли рядом нет. Она завтра только приезжает, сегодня ночью точнее. Мне придется упаковывать вместе с такой вот помощницей. Помощница?
Мне будете помогать? Поскольку отменили из-за большой туманности самолет, все рейсы, им пришлось... Бим? Дима? Иди к себе. Иди к себе. Да сюда. Что? Хорошо, отстань. Куртку черную купила. Мы здесь... тебя не узнаем. Ну посмотри, это бабушка Хаги-Ваги. Хаги-Ваги? Сейчас ночевать будешь на улице. Юлечка, очень рада тебя видеть. Я вообще не рада. Меня и пялится на вас 5 минут в окно. Ну не 5 минут, уж чего ж ты, там 40 секунд. Саша еще вышел, помахал мне ручкой. Алекс тебя встречал, он платочек дома забыл. Подарки скромные, потому что я не особо вас люблю. Слушай, хорошее поздравление, мне не стыли. Я поздравляю, но нет всего сердца. А, наверное, подарю Даше, ой, нет, Саше, потому что Даша потом будет еще полчаса орать, кричать, после того, как ей подаришь. А еще упаковываю я очень коряво, потому что только я начала упаковывать, приперлась Даша домой. Ой, Даша. А насчет двери хлопнула, думаю, она, походу, обиделся на меня на что-то, я так и не поняла, на что. Даша, смотрите, я не шарю, то не то, с Рождеством и Merry Christmas и Happy New Year. Какая-то коробочка. Открывай. Закрытыми глазами открывай. Почему? Потому что... Я злая! Как собака! У тебя замки. Не пожалуйста, закрой меня! А что за упаковка? Где взяла? Это просто лист, а что ты... Юля, ты че... Ты серьезно? Жесть, я в шоке. Я просто так вкинул, чтобы был список покупателей. Я в шоке, реально. Мне вообще это очень приятно. Я там посмотрела производитель Швейцарии, вот эту всю еду. Little baby, little очень, mouse. Очень классно выглядит. Вот собачусь. Такая малюточка хорошая. Ну-ка. Я реально не думал, что кто-то из вас подарит такую вещь. А кто вкидывает подарки, чтобы просто вкинуть? Это очень классно. Юлечка. Спасибо, дорогая. Все, теперь Даша. Дашуля. Тоже так же упаковано на... Это А4? Нет, это не А4, это бабуля. Я вообще просто нечаянно нашла под кроватью эту бумагу. Не нравится. А что-то как-то нашла. Посмотри. Happy New Year. Нет, как бы ее размер есть, но она же любит оверсайз. Как нравится! Лента! Ой, нравится. Сейчас примерим. Сейчас. Вот, рождественская Дарья. Happy Christmas! Алекс, как оцениваешь? Мне нравится. Мне тоже нравится. Очень так мягко, симпатично. Мама, папа. Папа, мама. Давай. А, порно же. Мы хотели тебе подарить прям подарки на твою дорогу. Мы подумали, что... И подумали, что первый подарок может тебе подарить и сегодня. В общем... Вот. Первое слово. Одноклеточный. Глаза закрой. Открывай. Охренеть! Вы что, серьезно? На, серьезно. Я этот подарок вписываю второй год. Надежда просто, чтобы вписать, как Саша. Пути. Я уже слушаю, там Гарри Сталлоса за пластинку. И вот колоночки, как в школе были у нас. Послушай и ответь на вопрос. А что, USB у нас давно такой? Не знаю. А вы точно программист? Нет. Сегодня слушать мы будем Мелодиан, да-да-ди-да-да-ди-да-да. Сейчас скажу, там есть ля-ди-до-ди-да. Легендарная песня. Первая песня. Картер гей? Смотри, там написано Картер гей. Также у нас в репертуаре Лунная пыль. Там она есть? Да, есть. Будем глуться. Ну, у нас в Питере так принято. Куда газуешь? Это да-да-ди наша песня! Жесть! У меня мурашки по коже! Это не русская! Ни хрена себе! Смотри, как я угадал! Я даже не знал, что у меня пластинка на стене висит такая! Мы 2 года шутили, про что это за песня, да-да-ди-да-ди-да-да. Вот она, вы представляете? Прям звуки такие с хрипотцой, как в старину. Можете мне больше не дарить?
полчаса мать ему так, мать такая, нет, он уедет с нами, он такой, там, он стоит такой, типа, мой отец сюда прилетел, и там сзади Зендая размытым фоном. Зендая? Такая, первый раз она появилась. О, тебя идеально сейчас подходит. Второй раз появилась. Она еще наверх посмотрела. Третий раз. Тебе придется уже говорить реплики. Ты думал, что я позволю обидеть своих друзей? Только это платили. Он один из нас. Последний. Удивленное лицо сделаю, удивлен. Браво, браво! Какая ты у нас красавица! Я начала смотреть «Дюну», я не смогла досмотреть, потому что очень что-то нудно. И Саша такой, мы можем посмотреть, да, вместе. Давайте досмотрим, да. Я говорю, ну давайте. Ну, мы начали смотреть. Всего так расхвалили этот фильм. Додо делала коллаборацию с вот этим фильмом. Пиццу выдавала. Да, пиццу со стикер-паком. Фильм шел 2:35. Все пошли, мне кажется, за Шалонешку, Тимофейку и Зойку. Суть фильма, вот Саша уже продемонстрировал все реплики, все сцены Зендайки. Вот это Александр. А что сделала вот эта афроамериканка? Мне сказали ничего не видеть и ничего не говорить. Служу только одному хозяину. Фильм шел 2:35 минут. Завязка, развязка. Мало того, что это фантастика, вообще ничего не понятно, какие планеты, что происходит вообще реально. Лучше посмотреть турецкий сериал. Короче, фильм... Серьезно, мне не понравилось. Я не понимаю, 6. Почему ты ставишь такую хорошую оценку? Хорошую оценку 6. Ну, блин, я ставлю 4. Ну, потому что постарались. Обоснованно. Спецэффекты, очко одно. За Зендайку, за Тимофея и еще один. Я ставлю 6. Юля, за что? Обоснуй. Я ставлю 5. Это мое мнение. 2 балла Тимоти Шаламе. 2 балла Зендайи. 1 балл за... Пески. Песок. Писки. Среднюю оценку 5. Нет, у меня последний балл не за пески, а за мемы в ТикТоке. Не тратьте свое время, открытая концовка. Но, может, вторая часть будет в 2023 году. Столько мути, столько воды, столько тумана. Может быть, они во второй части это все разрулят. Моменты жизни. Съездили мы в виниловый магазинчик. Юлечка купила. Ну, покажи всем. Гарри Стайлз. Сейчас будет анбоксинг. Мы с Ашерой тоже какую штуку купили там всякую. Картинка. Смотрись, да? Ребятам тоже покажу, пожалуйста, картиночка. Вот это тоже я включала, вот это я включала. Хорошо. Подожди, моё. Купили сегодня много пластиночек, всякие диска, Александра какая-то штучка, там еще. У нас еще есть пластинки, и Александр говорит, что почему бы нам не сходить на концерт оркестровой музыки, аранжировочки разных саундтреков популярных фильмов. Гарри Поттер. Гарри Коптер. По пушкинской карте можно все купить. Понимаешь, что ты оккультурируешься так? Продолжение истории виниловой любви. Юля еще не успела прийти домой, вот раздеться уже... Побежала. А зачем они на пленке сделали вот эту штуку? Вау! Два кружочка каких-то. Давай. Да, Watermelon Sugar. Hi. Watermelon Sugar. Hi. Watermelon Sugar. Hi. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю как кофейку. Мы готовим сюрприз с Юлей Мубарекшиной. А у кого это сегодня день рождения? Да вон же. А-а-а. Днем рождения, симпатулька. Днем рождения, гусенька моя. Волосы. Давай еще раз. С ними духа и безнадега. Всегда стороной обходит тебя. Желание забыла. Антур, дай. Юлечка, спасибо. День рождения. Спасибо. Желание гадай. А у кого это сегодня день рождения? Да вон же. Это мне? Только у нас подарок же есть еще. Мы подарок тебе приготовили. Ты желание загадала? Нет, я про подарок услышала. Это подарок. Твой любимый подарок. Пепсу? Зрителям покажи. Прикол. Банка целая. Ура! Юлечка, с днем рождения тебе, 21 очко! Радоваться майонезу! Спасибо! Обниматься будем? Давай! Давай с майонезом!
Переспросила. Тебе же 21? Ты сейчас на полусерьезе. Ты можешь, что Юля исполнилась 21? Я говорю, Юля, очко. Ей 22. Скажи про Санлайт. Если Санлайт пишет. Гульнара, добрый день. У вас же скоро день рождения, да? Теперь это собирательный образ. Ты, Гульнара, тебе 21. Юля, очко, поздравляю. Моменты жизни. Моя гончарка. Что я хотела сделать? Кружка. Кружка такая. Еще одна кружка? Нет. Мисс. Это думала, береза или кау? Береза. О, это береза. Это подсвечник. О, прикольно. К ней еще такая для арома штучки. Блин, прикольно. Тарелка. Вот, это ручная лепка. Такая вот кружечка. Такая вот кружечка, мисочка. И моя отдушина, я считаю, это самая ever лучшая просто бибочка, понимаешь? Купить на 16 тысяч. Я часы, ну, и ты часы. И я Apple Watch. Я сегодня Юле пела эту песню, она говорит, что не очень похожа, как я пела. Сейчас я вам спою прям оригинал, 100% будет. Stranger. Похоже же. Ну, сейчас-то да, а тогда она пела. Давайте, а как пела? Давай. Биби, ты смотрела «Эйфорию»? Она сама в эйфории. Она сама в эйфории. Кошачью мяту Алекс купила. Просто... Мы сейчас смотрим моменты жизни за сентябрь. Сейчас на минуточку уже середина января. И в каждом видосе, где у нас есть момент из дома, висит мое полотенце. Как вы думаете? Оно и здесь сейчас есть. Дорогая Юлечка, Гульнас. Гульнара. Гульнара. Которая 21. 21, Мубаракшина. Так как у тебя сегодня старый Новый год. Да, мы подготовили тебе еще один подарок. Потому что... Это продолжение. Это продолжение того майонеза. Бля, прикол. А я только говорю. Я хочу добавить два слова. Это лимитированная коллекция цветного винила, да. Да? Охренеть. Тут есть копикет. Охренеть. Вау, вот это я понимаю. Вот это да. Вот это мощно. Вот это... Ну это вообще, конечно, вышка. Моменты жизни. Алекс, ну давай, давай. Он ждал одну буковку, и она у него попалась. Давай, сколько ты там очков получишь? 29 умножить на 3. 87. Итого 189. Чего, у тебя 212? Да. Обожди. Моя любимая учительница, teacher, она любит читать, и она заявляет мне сейчас, внимание, что ей понравилась «Война и мир» и вообще нравится Толстой. Объясни, почему? Потому что я люблю длинные... Короче, я не люблю, когда история кончается быстро. То есть я люблю много, когда в серии много книг. Я люблю, когда фильм, он длится долго, тоже несколько частей. Не одна часть, а несколько. Я люблю продолжение истории. Мне не нравится, когда быстро все заканчивается. Короткий рассказ, только начнешь читать, только к ним привяжешься, он кончается. Поэтому люблю что-то длинное. Таким образом, я прочитала 4 части «Войны и мир». Кстати, интересно, я вам советую. Чем она тебя зацепила? Интересно, там про жизнь, про любовь, про все. Я советую почитать, особенно если вы учитесь в школе. Если вы учитесь в школе и сдаете ЕГЭ, то «Война и мир» — это самое лучшее для вас произведение, потому что там есть любые темы для сочинения, если до сих пор такое есть, и вам нужно взять пример там из литературы, то из «Войны и мира» можно взять любой пример. Моменты жизни. Остоять! Здравствуйте. Здравствуйте. Я что, пришла к блогерам? Пришла на новоселье к Наташе. А знаете, что она мне тут запрягает? Надо собирать и стулья. Вот это, я понимаю, московское гостеприимство. Чё случилось? Я ничего не поняла. А ты посмотри, видишь, первая ножка вот здесь, он раскручена, а вторая нет. И получается... Блин, записываешь? Ясно, блин, Даша. Мы берем его, наклоняем туда, а я подкручиваю нож. Так, надо что делать-то? Нагнуть? Балдеть. Наташ, ты теперь у нас петербурженка, говорит. Здравствуйте. Наташ. Гост поставлен сразу. Видите, вот, а вот скульптуры. Угу. Так вот, каждый скажет... Их четыре стороны. Четыре стороны, короче, Мисаки. И каждая сторона в треугольничках, я просто не помню, как они называются, история библейская. Ребят, где вы эти треугольнички?
Ну вот это. Это все в квадрат. Откуда ты это узнала? Я увидела сама. Ага. Сидит Мария и Иосиф, и ага. Иисус, волхвы и пастухи. Это Рождество Иисуса Христа. Идем дальше. Это видеопроповедь, вы знали? Моменты жизни. Вау! Мы делаем открытие сушилки для белья, потому что наша окончательно разбилась. Открываем ее. Будем тестить на обзоре на сегодня. Вот такая вот сушилка. Вот видите, это взрослые моменты жизни. Давай, сейчас момент. Вау! На фоне нас, между прочим, не придется нагинаться. Стул не нужен. Угу, а то нам приходится стул ставить, потому что наш старый сломался. Все, это типа как диджейка сейчас теперь. Че, Биб, не сможешь теперь прятаться, да? Сушилка-то высока. Как она там сидела, говорит? Вот так вот, расстроена, девчонка, расстроена. Я сейчас буду петь ей. Знаешь, что это? Слав одни эмоушен. Александр заказал Зарочке себе новые вещички. И я какой джентльмен-то у нас, расхититель сердечек. Ты что, в школу собрался? У меня есть вкус. Слава Богу, мне Бог дал хороший вкус. Я очень чувствую цвета, оттенки. Goodbye. Мне больше нравятся штаны, которые у тебя спортивные. Такой casual стиль, у тебя даже на жопе написана какая-то надпись. Моменты жизни. Мы увидели рекламу в ТикТоке, что будет концерт классической якобы музыки, но новые популярные саундтреки. Вот сейчас мы смотрим программочку, но это не настолько интересно, как история о том, что мы решили сэкономить. Вместо 700 рублей заплатили почти 1300. Мы сидели в ТикТоке и увидели рекламу, то, что будет симфонический оркестр играть популярные саундтреки. Популярные. Пушкинская карта, все оплатим, пойдем. Сегодня с утра просыпаемся, понимаем, что, скорее всего, не успеем. Нужно ехать на такси. Саша такой говорит, вот тут можно за 700 рублей по всему городу час ехать. Или 35 минут по ЗСД. Типа, нужно доплатить 200 рублей. И, в общем, окей, такие, типа, поехали по ЗСД. Мы подумали, что, типа, ну, 200 рублей платишь и заезжаешь, и едешь. Нифига подобного. Мы проехали 3 пункта, и каждый по 200 рублей, то сверху дополнительные суммы. В общем, я надеюсь, что этот концерт будет шикарнейший. Да, оригинал Абхазия, конечно. Да. Пришла ко мне мадам, играет на укулельках. Вот такое ощущение, как будто она пришла не ко мне в гости, а к укулелькам в гости. Показывает весь свой талант. Да. Саша, короче, купил какую-то бандуру и боится, что... Не рванет?
Ну она же шипанула, что? И чё? Установлена. Установлена? Не подходи! Он купил какой-то углекислый газ для рыб своих, и в итоге в нашей комнате хочет рвануть. А чё ты крутишь около комнаты, блин? Иди в свою комнату, там крути. Иди сначала эту. Смотри, какую. Ага. Завтра на работу вставать. Главное, Биба там осталась. Биба так... Бери её! Он её убирает. Я боюсь этих. Я тоже мне... Вы видели его пижамку красивую? В комнате главное не нет, делает. Нет, не то, что это с баламутью. Говорит, они взрываются у многих, бывает, что взрываются. Mm-hmm. Сейчас стоит все, говорит. Ничего не все. Ноги порвало. Ну, о! Ну, а мне на работу как идти? Я на своих двух, меня ноги кормят. Моменты жизни. Привет. У меня запотело от холода, блин, от такой красоты. Привет. Здравствуйте, это вам. Спасибо. Кофе пизду я тую. Что делаешь? Снимаю, как вам мне мило свечечки в торте какая-то. Да. Давай присоединяйся, работаем, за работу славяне. А снимаем? Снимаем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Давай, как в кондитере? Сверху наложим. Придурочная клиентка. Разрез. Мягко, смотри-ка, пропитался, значит. О! И у нас девочка будет. О! Сейчас я со вспышкой сфотографирую. Моменты жизни. Вашему вниманию, Биба уже кушает почти в зале, обычно стоит у нее миска вон там вот, прям рядышком, она ее довела, донесла на своих чудо-лапках. Тем временем, Юля, у нас как этот сериал, а тем временем Жаклин поняла. У Юли тут дискотека, дискотека, века, диджей, Юль, битмейкер, личный дансер. Растения тут у нее, тиктоки снимают, она уже легла, Юль, устала. Если тебе понравился этот выпуск, то обязательно поставь ему лайк. Также напоминаю, что у меня есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно почекай, посмотри, если ты такой же любитель лайфстайл-контента. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.